В Екатеринбурге сыщики из третьего ОПА на Пионерке пытаются отыскать вора, любителя исподнего и бухла, мужика лет 50 на вид, который по чужой банковской карте в одном из торговых центров накупил красных трусов и выпивки. Хозяйка карты обнаружила пропажу лишь на следующий день. Заглянув в приложение, узнала о том, что с ее счета улетают денежки. Обратилась в полицию. Оперативники, отсмотрев записи с камер наблюдения, вычислили вора с пикантными заморочками, который 2 дня подряд, еще в канун Нового года, расплачивался в одном из торговых центров на улице Сулимова чужой картой. На кадрах видно, как мужик взял с вешалки красные трусы, прикидывая их размер, а в другом магазине, оглядываясь, засветился с 2 бутылками алкоголя. Судя по увесистым пакетам в руках шопоголика, трусами и бухлом он затарился по самое не хочу. И если в ближайшие дни вор сам не явится в третий ОП на улице Уральской с раскаянием и готовностью возместить ущерб, трусы ему после поимки влетят лет в 6.